Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. И сегодня я была в Фикспрайсе, хотя не запланировано. Я ходила в Магнит и почему-то захотелось зайти в Фикспрайс. И кое-что там увидела. И сейчас я вам покажу, пришлось сегодня делать покупки. Хотя я еще в пятницу еще пойду, я туда хожу за продуктами, консервы беру на дачу. Вот взяла для дачи еще две простынки. У меня уже были куплены, я их постирала уже несколько раз. Цвет держит идеально. Вообще ничего, цвет не уходит. Вообще мне очень понравились, 99 рублей. Такие просто нехорошие. Я, в общем, еще купила две штуки. Вот. Дальше взяла, это я пораньше взяла еще. Ну, я уже снимала, где инструменты, вот тогда брала. Ну, вот сейчас хочу показать, вот такой наборчик взяла. Мне нужно было кое-что-то, чтобы маленькие были вот здесь. Ну, в общем, для мужа надо было. Ну, вот такой вот инструмент, набор взяла. Может, кому-то такой нужен. Ну, не помню, он 99, по-моему, стоит. Не помню, или 51. 51, да? 51. Вот это вот набор. Мне он нужен был, я все хотела взять. Здесь мне нравятся вот эти губки. Они очень такие плотные. Хорошо чистят плитку. И две вот здесь железные щеточки. Вот такой набор. Две металлические и 5 штук абразивных. Вот мне такой нужен был набор. Но он стоит 51 рубль. Но я считаю, он того стоит. Хороший. Так. Вот взяла вот такой вот дорожный набор. Очень интересный набор. Я сейчас вам его покажу. Открою. Я всегда, если вот куда поеду, приходилось с собой брать... То в мешочек завернешь, а сейчас вот, смотрите, вот такая сумочка. Вот так открывается. Вот здесь маленькие ножнички. Там, ну, всякие тут вот кнопочки, если надо. Ну, вот всякая мелочевочка. Вот, ну, конечно, это так, не знаю, бумажный или какой. Ну, такой плотненький, ну, не знаю. Ну, метр, по крайней мере, какой-никакой. Так, вот здесь вот. Иголочки складываются, смотрите, они никуда не денутся, пожалуйста. Вот здесь вот ниточки, какие вам надо с собой взять. Ну и там вот это металлическое, отрезать ниточку. Мне так этот набор понравился. Смотрите, вот так берешь, вот так, хоп, и вот, пожалуйста. Можно положить, не наколешься, ничего. Мне он очень понравился, я обязательно его взяла. Теперь, если куда вот дорогу взять, красота. 55 рублей. Раньше таких не было. Очень хорошая штука и нужная. Так, еще вот такую я взяла. Щеточку ложить. Не открывала я, не знаю. Я только купила ее. У меня такой не было. А, она приклеена здесь. Думаю, может, куда поехать. Или, не дай бог, конечно, в больницу или еще куда. У меня вот такой нету. Ну, вот для щеточки. Она 8 рублей всего стоит. Тут не взять, в общем-то. Ну, в общем, взяла я вот такой цвет бордовый. Шампунь взяла. Мне нужен был шампунь. Взяла вот такой вот. Активное питание, укрепление, блеск. Для всех типов волос. Я уже на него поглядывала. Называется шампунь «Роскошный блеск». Здесь масло жожоба, масло макадамии какое-то, масло карите, пантенол, провитамины B5, еще какие-то витамины. Ну, в общем-то, написано хорошо, не знаю. Ну, я не думаю, что я вот там уже брала шампуни. В общем-то, шампуни там неплохие. И с травами брала. Ну, решила вот такой взять. 500 миллилитров стоит 51 рубль. Посмотрим, что. Так, дальше. Продуктов немножко взяла. Ну, вот сгущенное молоко, наверное, все берут там. Вот это вот гостовское молоко, белгородское. Я там иногда беру, так на дачу или когда нет молока. В кофе немножко положить. Ну, ложечку. Может, когда для пирога. Ну, вот качество хорошее. 51 рубль баночка стоит, я считаю, взять можно. Корюшка. Вот такую я беру, 25 рублей она. Неразделанное с овощным гарниром в томатном соусе. Можно картошечку отварить, когда ничего не охота готовить. Хорошая, в общем, такая, типа закусочки такой.
Она у меня в холодильнике стоит. Вот такой кетчуп взяла Рика для гриля и шашлыка. Я считаю, тоже нормальная цена. В общем, такая бутылка пластиковая. 55 рублей. Хайнц кетчуп 51 рубль с чесноком, пряностями тоже взяла. Я кетчуп беру, и майонеза не ем, а кетчуп. Как мясо часто отварное у меня, так кетчупом помажу, вкусно. Так, и теперь уже из посуды. Взяла вот дополнительно вот такую баночку. У меня уже были такие. Одну взяла еще добавить. Ну, чтобы там орешки положить или что-нибудь. Хорошая банка, она из стекла. Так, и совсем из нового. Вот сейчас я вам покажу. Увидела вот такие штучки. Смотрите, какая прелесть. Я вот стряпаю, то орешки, то изюм. Разложить вот так вот по чашечкам. И раз, раз, раз. Я же стряпаю. У меня из этого, из стекла. А эти легенькие. Красота. Таких не было. 8 рублей всего стоит. Ну, что не взять-то? Смотрите, какая прелесть. Так, взяла вот такой набор. В общем-то, он из силикона, вот эти вот. А вот это вот типа пластмассовая. Ну, такая маленькая ложечка, в общем-то, она нужна. Может, что размешивать. Мне он нравится. Ну, этот набор тоже, в общем-то, недорогой. 55 рублей, по-моему, он стоит, вот этот набор. Так, взяла вот такой. Я давно хотела, ну, в этот раз взяла. Сыр нарезать. Я уже такой видела. В общем-то, он хорошо для украшения. Такой вот. Стоит 51 рубль. Такой ножичек взяла. Я его давно хотела. Контейнеры взяла. Вот такой вот. Мне он давно нравился. И в этот раз я его все-таки взяла. Он такой большой. Здесь 3 литра. Да, ровно 3. Я хочу с собой готовый салат туда нарезать. Вот так на дачу. Дома нарезать уже готов взять, чтобы не вошкаться. Такая прелесть. Я давно хотела именно такой взять контейнер. Вот такой появился контейнер. Сегодня, по крайней мере, я увидела. Я не видела раньше. Он 2 контейнера в одном. 77 рублей. Мне нравится, что один, вот этот поменьше, 1,3 литра. Вот этот вот. А вот этот вот 2,1 литра. 77 рублей. 2 контейнера. Сделано в России. Вот. И я обязательно их взяла. Вот теперь у меня вот такие вот контейнеры. И сейчас покажу вам, новинка появилась. Смотрите, какая прелесть. Я давно хотела какую-нибудь форму взять. Я так обрадовалась. Смотрите, какая прелесть. В этот выходной я буду печь. И именно в этой форме я сделаю пирог. Посмотрим, как он будет отходить. Но я думаю, что хороший силикон прям плотный. Хороший силикон. Будет прекрасный пирог. Вот покажу, какой. И вот такую тарелочку взяла, смотрите. 51 рубль стоит. Я думала 99. Я взяла и без всякого. На кассе выбили 51 рубль. Какая хорошая тарелочка. Я буду выпечку положить. Я все ложить говорю. Опять ошиблась. Но смотрите, какая тарелка красивая, правда? Я даже подумаю, может быть, даже еще парочку куплю. 51 рубль. Почему не купить? Смотрите, какая большая. Она 25 сантиметров. Но выглядит очень так прилично. Правда? Вообще классно. Ну, по-моему, все. Вот такие мои покупки. Я считаю, что вот это моя прямо вот находочка. Я очень рада, что я это купила. И вот это. Это все новенькое. Ну, это раньше было. Я просто планировала купить. Ну, в общем, на этом все. Я очень рада, что у меня хоть какие-то покупки образовались. Я все никак не могла ничего там выбрать. Все вам показывала, а себе выбрать ничего не могла. Теперь я очень рада, что купила. Теперь буду печь. В воскресенье посмотрите, какой пирог будет в этом. Ну и всем счастливо. Все посещайте, если, может, кому нужно будет магазин. Покупайте, пока появилось. Не знаю, надолго ли. Формы быстро разбирают. Всем пока-пока.